Всем привет-привет! Доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня у нас 14 ноября, 5 часов 40 минут утра. У нас все нормально. Ночь прошла тихо, спокойно, без воздушных тревог. Конечно, за вчерашний день и вечер было 3 воздушные тревоги. Одна тревога нас застала прямо на улице. Вчера что-то Шекель не очень смог погулять на улице, сделать все свои дела. Мы уже ходили, никак. Пришли домой. Побыли дома, ну, где-то полтора часика. Смотрим, он вроде как бы проситься снова хочет. Вышли мы с Шекелем повторно, гуляли темень. И смотрю так краем глаза, вижу красное какое-то, как зарево, что ли, освещает так вот как-то. Мужу говорю: что это такое? Как засветилось непонятно несколько раз. Подумали, что, знаете, вот бывает, когда темно, может, машина как едет, вот бывает там, когда поворачивает, это какое-то освещение как-то, ну, даже не знаем, что это. Потом как бабахнет. Потом включилась после, по-моему, пару бабахов, включилась воздушная тревога. Честно, сбилась со счета. Слышали 6 или 7, вот что-то считали, потом забыли, думаю, ой, боже. В общем, как-то так. Из новостного сайта узнали, что сработало ПВО. Вроде бы все нормально, никакой такой информации больше мы не видели. Кто со мной пьет утренний кофе, чай, кофе-чай, всем приятного аппетита. На данный момент у нас свет, газ, вода. Связь есть, отопление в режиме. В квартире плюс 18 градусов, почти 19 доходит. Это без обогревателя. Уже лучше, уже немножко квартира прогревается. На улице плюс 6. Через пару дней у меня будет день рождения. И Валерия Карпусева, привет вам огромное. И спасибо еще раз большое. Прислала нам посылочку. Мы очень-очень ей благодарны. Это было очень неожиданно и очень-очень приятно. Валерия раньше жила здесь, в Запорожье. Сейчас уже много лет она живет в Италии, но всем сердцем переживает и болеет за всех нас. Это очень приятно, когда столько много людей из разных стран поддерживают и теплым словом, и своим лайком и комментарием. Мне очень приятно, что у нас так столько много добрых, позитивных друзей. Что еще хочу сказать? Мы с Артурчиком хотим провести стрим в прямом эфире. У меня там и Слава Наговский, и Анатолий из Кривого Рога спрашивает: Наташа, может, вы как-то проведете стрим? У нас было несколько раз, но потом мы как-то перестали проводить, сейчас еще такое время переживательное. В общем, надеюсь, что пройдет все хорошо. Планируем на среду. Ну, а время я уже потом скажу. Это будет вечернее время, но в какое именно, уже скажем чуть позже. Надеюсь, нам ничего не помешает его провести. Будет приятно с вами встретиться, как говорится, вживую и пообщаться. Всем приятного просмотра, мирного неба, будьте добрее и милосердней. Ой, сколько подарков, скажи, да, и это все мне. Ой, откуда такие подарки? Из Италии? Это Валерия нам прислала. Валерия, скажи спасибо большое. Ой, сейчас мы будем распаковывать. Что? Здравствуйте. Ждем, пока он освободит место для распаковки. Да, Шекелюха? Тём. Скажи, пап, я тебя поцелую. Скажи, давай. Давай распаковку. Садись. Очень интересно, что там у нас. Дай, как ему. Баловники.
Так, тут бечевочка. Самый лучший подарок – это скотч. Да. Для шекеля это да. Шекелюнь, что там у тебя? Что там у тебя? Ой, выплюнь, гадость это. Да. Ты хочешь развязать? Ну, бечевочку сохраню. Рыбу будем на ней сушить. Решил, у меня для этого леска есть. Передумал. Вообще, Артур очень любит мастерски распутывать узелки. Я нет, мне надо чик и все. Она просто над душой стоит, давай быстрее. Ты нам интересно с шекелем. Мы ж мы заглядываем. Ой, господи. Саш, аккуратно, вдруг тут. Все, начало положено. Ну, я сразу вижу. Ой-ой-ой. Это соус песто. Хорошо для пасты, хорошо для мяса. Это я знаю. Все хотел сам сделать такой, но как-то руки не доходили. Нужен кедровый орех, нужен укроп, базилик зеленый. И это очень вкусно. Это настоящее итальянское. Да. Будем пробовать. Да, все, потом расскажем. Так. Ох ты ее смотришь. Олива. Мама дорогая. Масло оливковое. Экстра вирджиния холодного отжима. Да, хорошее. Спасибо огромное. По идее должно быть вкусное. Наталья не любит оливковое масло. Я обожаю, она его терпеть не может. Я его только в салаты. И в салатах, поверьте, она и в салатах его не ест. Это я люблю в салаты добавлять, люблю яичницу жарить с помидорами на оливковом масле. А она кривится. Это, ну, это не пересказать словами, это видеть. Это надо видео записать, да? Ох ты ее смотрешь. Это кофе. Это кофе, да. Покажи. И что мне нравится всегда вот в таких кофе, что вот именно закрыт консервным ключом. Это никак ты его не отклеишь, не отцепишь, не переполовинишь. Это очень... Ну и плюс влага не зайдет. И мне баночка останется на рыбалочку. Ну а что, все в дело, все в хозяйство. Так, дальше. Ух ты, ее смотрешь. Ой, что это? Вот это я не знаю, что это. Какие-то коренцы. Это, по-моему, лук-порей, насколько я понимаю. Маринованный. Будем переводить. Ну да, это уже потом разберемся. Или, ну, похоже, у Валерии спросим, Валерия, что это? Похоже на лук-порей. Именно вот... напишет нам. Корешки лук-порея вот эти. Ну, это тебе, Наталья Романовна. Это, наверное, пармезан. Да, ты угадал. Потому что я пока не вижу. Да, пармиджано. Аж слюни пошли. Ну это надо, нужно натирать, будет на пасту. Да, это специально Валерия положила, что там она сказала рецептик. Надо оливковое масло, чесночок, там еще есть какая-то паста помидорная. А потом готовить
паста макарона, и туда вот добавлять эту вкусняшку и натирать. Смотри, вот тебе. Сыр. Вот тебе. Приехала сегодня. Ничего себе, покажи, покажи. Сейчас, подожди, дай мы разнесем. Ой, ты боже. Для Йорков. Ой, спасибо. Блин, Кегель, я тебе даже прям сразу. Да, мы никогда не давали курочку. Дай загляну. А, такой кормик. Интересно? Задумался. И хрустит. А скажи Валерии спасибо. Скажи, Валерия, спасибо. Спасибо? Еще. Ой, молодец. Как вкусно. Ой, как вкусно. Молодец. На. Ну, хватит, хватит. Новый хуй. Артур! Видишь? Прям голову туда. Хорошо, тут он застежечка, будем как вкусняшечки по чуть-чуть давать. Ну да, зиппер есть, очень удобно. Лянь облизывается, ля. Смотри, вот тебе вкусняшки приехали. Ой. Видишь, от Саши Харченко тебе вкусняшка, от Валерии тебе вкусняшка. Так ты у нас до Нового года теперь с вкусняшками. Так и протянем, да? А вот у тебя еще одна, видишь? Такая же. Ага. Да, тут на, до следующего Нового года у тебя вкусняшек, Шекель. Глянь, такой щейк, будто он улыбается. А ну-ка, Шекель. Улыбнись. Где твоя улыбка? Он заглядывает, где вкусняшка, там и моя улыбка. Смотрим дальше. Так, это что у нас? А, это тоже пармиджано, это уже немножко другой. У меня как-то немножко отсвечивает лампа. Вот так лампа. Вот, под наклоном. Ага. Это развесной, это фасованный, натуральный, ну, надо переводить, смотреть. Что? 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 Ну что? Скажи, папа, мне очень интересно, там что-то еще есть такое, пахнет вкусненько, да? А он сюда до вкусняшек. Ну, давай дальше. Так. Это вот томатное. Да, томаты для пиццы. Нет. Ну это для пасты. А, это... Да, извиняюсь. В итальянском не силен. Ну будем пробовать. Рецепт есть, может быть на днях и с фарганем сделаем. Обязательно, мне интересно. Потому что мне самому даже попробовать хочется. Шекель, а ну-ка пока-ка. А ну-ка. Так. Ух ты, это... А, это туна что ли? По-моему, да, это да, туна. Ничего себе. Вот это вообще большое спасибо. Я туну очень обожаю. Особенно вот именно в масле или в собственном соку, это просто великолепно. А в стекле мы вообще никогда не пробовали. Мы всегда в железе покупали. И в больших банках, в маленьких, в высоких, в плоских. Любую туну ели, как бы. Вот эту я первый раз вижу такую. Ну, это все, тебе подарок на Новый год. Да, я с яичницей сделаю на Новый год. Шекель, подожди. Бля, слюни текут. Ой, так две баночки, да? Я вдвое счастливее. А вторая на 23 февраля. Далеко сильно пошла. На 16 ноября. Нет, да. Туну ты любишь. Салат сделаем с туны на 16 число. Блин, я так как вот этот Гаврюша говорит, кот Матроскин говорит, ой, говорит, у меня теперь две коровы, я вдвойне счастливее, и у меня две банки туны. Казалось, что человеку для счастья надо, вот для радости? Вот какие-нибудь милые, вкусные, приятные сюрпризы вот такие. Это обалденно вообще. Не знаю, там люди говорят, ой, чему там радуетесь? Вот этим вещам радуемся, это жизнь. Это человек дал от души. Мы от души это получили, и нам это очень приятно. Мы это все это любим, все это нам нравится. Это совсем другой эффект. Да, это... как, когда вот от чистого сердца, да. То человеку это вернется в 100-200% добром. Тоже томатный соус какой-то.
С болгарским перцем, насколько я понимаю. Ну, это, наверное, тоже или туда что-то идет. Тут, ну, будем сейчас... Это все идет изучать, к пастам. Да. В Италии ж любят пасты. Кстати, и все вот фирма эти хорошая. У нас тоже она продается, как бы, но... Здесь, в Украине, продается? Я имею в виду, макароны, паста такая продается. Да, а мы вот такие макароны видели в Израиле. И в Израиле покупали. А здесь тоже? И здесь Барлина продается, вот эти вот большие синие пачки. Ага, так было. У нас стоит. У нас есть, можешь показать. Мы покупали гнезда. Потом, как раз вот гнезда для этого соуса. Вообще, гнезда вот для этого соуса. Да, все шикарно. Что? Папа, я еще не досмотрела что-то. Ты посмотри на него, а. Распаковщик, Шекелюшка, неудобно же с тобой. Не мешай, Шекель. Ой, таешь ты, матрешь ты. Да я вообще счастливый человек. Ну ладно, это на 23 февраля. Но это говяжий паштет, по-моему. Ну не паштет, а мясо говядины. Да. Рубленая говядина, насколько я понимаю. Это на бутербродики на завтраки. Гамбургеры. На рыбалку. Можно да? запечь в гриле. Да, ешь ты. Ой, я ему говорю, на рыбалку. Какая на рыбалка? О, еще один пармиджано. Это тебе. Три куска пармиджана. Один мне, один маме, один тебе. Вот это нам с тобой. Как мужикам, да? Маме побольше. А тут маме, да. Так, это опять томаты. Помидора. Чуть-чуть вот так вот, да. То, что отсвечивается. Вот так вот. Это совсем. Класс. Вот. Блин, я вот сколько хотел попробовать пасту, вот, пасту с томатами, вот, как это правильно говорится, не помню, не буду умничать. Есть повод попробовать. Не есть повод, а нужно пробовать. Уже но все, уже да, только готово. А это, по-моему, скумбрия, по-моему. Ой, какая красота. Да. Океан, ты тут пальцами закрыл, тут может быть написано «натураль». Да, скумбрия натуральная. А где написано? Скумбрия натурали. Класс. Ой, Валерия, ой, Валерия, ничего себе. Блин, я после шести не ем. Стараюсь не есть, но с такими делами придется. Ух ты, колбаска. Не знаю какая, надо переводить, но на нашу краковскую похоже. Класс. Будем пробовать на утренние бутерброды. А может на ночной жор? Нет, я не буду. Вот, видишь, пачка Берлинга. А, да. Барилла. Пантики. Да, это вот именно вот для фетучини. А это есть, по-моему, фетучини. Это фарфали, мини-фарфали. Да. Да, мини-фарфали. Фетучини по-другому немножко. Так, что у нас дальше идет? Ух ты, ешь, еще салями. Да, салями. Строчина. Строчина какое-то. Блин, ну это точно надо что-то пробовать сегодня. Прощай, диета. Сливовая. Ух ты, ешь ты, матрешь ты. Это бекон. Ой, какая красота. Это не копченый, это вяленый именно вот. Не рычи. Увидел мясо. Ты смотри. На. Я же волк. Да, вульф. Это именно вот... Красотень какая. Можно с него делать. Скажи мне, я тебе скажу. Ну, строганину? Типа хамона нарезать. Тоненько. Глянь, сколько. Ой, какой красивый. А это не тунец? Нет, это свинина. Это может быть и есть что-то похожее на хамон такой вот. Где оно здесь? Блесни итальянским. Да, сейчас, ага. Могу блеснуть, смотри, вот не вопрос, видишь, 426. Ух ты, ешь, матрешь, еще туна. Да, все, у меня уже три салата есть, одна баночка с яйцом. Сколько праздников, да?
Все, наша туна закончилась, которую мы с Израиля привезли. А теперь вот будем итальянскую кушать. Честно, большое-большое спасибо. Просто от души. Я вот, ну не знаю, вроде бы очень приятно. Ох ты, ёж ты, матрёшь ты. Спагетти. Ну вот видишь, Валерия, все, вот просто все, и масло, и томат, и пасту. Хоть бери, хоть час начинай делать. И сыр, да, все, вот полностью в рецептуру передала. Еще пармезана. Я так понимаю, что в пасту нужно много сыра пармезана, ну, натирать. Потому что мы, честно, никогда не делали такие пасты, там, карбонары всякие, там, все такое прочее. С тем, что натираю туда сырными соусами, со всеми с этими. Ну, ну хотели попробовать. Да, теперь будем пробовать. Есть большой повод попробовать. Так, ну это кофе. Вау. Это для тебя, Наталья Романовна. Да, спасибо. Я кофе не пью. А я пью по утрам. Я могу только нюхать. Это натуральный заварной кофе, хороший. Будем пить с подписчиками по утрам. С маршмеллоу. С маршмеллоу. Не, ну этот кофе не надо портить вкусами. Что если это? Его правильно заварить, его нужно именно вот... Смаковать? Да. А я не люблю смаковать. Что делать? Я пью литрами. Тогда пей залпом. Хорошо. Так, ну и самое основное достаем. Оп, коробочка. Это для шекеля. На, тебе домик, иди. Ой. Лянь, размер, размер. Шекелюха, это размер? Я сейчас сразу кота вспомнил, который в коробку запрыгивал, и задними я ногами застрял. Да, Шекелюшенька. Валерия, огромное-преогромное вам спасибо. Это вообще, это не передать словами, какие чувства нас... одолевают. Я слов нет, одни эмоции, честное слово. Шекелюнька, вылазь с коробки, доставай ребенка. Иди разглядывай. Спасибо, прям огроменное. Теперь я здесь, Артурчик у меня за оператором. Валерия, огромное-преогромное спасибо. Я знаю, что у вас было 2 ноября день рождения. Я вас поздравляю с прошедшим днем рождения. Здоровья вам, счастья женского, удачи, мира. Всего только-только хорошего, чего вам желается. И пусть ваше добро вам вернется в 10, в 100, в 1000 раз. Нам очень-очень приятно. Шекелюнька, я просто переживаю, чтобы он не свалился со стола. Еще раз огромное-преогромное спасибо. Ну и на этом будем завершать запись в нашем дневничке. Переворачиваем страничку, конечно, в светлое, мирное будущее завтра. Всех крепенько обнимаем. Пока-пока.